Российская туристка, временно проживающая в Турции, рассказала о том, какие действия соотечественников в отелях со шведским столом приводят в ужас иностранцев. Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе Яндекс.Дзен. Так, по словам девушки, в первую очередь европейцев удивляют путешественники, которые толпятся возле ресторана за 10 минут до его открытия, а затем бросаются к еде, сбивая с ног всех на своем пути. Кроме того, блогер отметила, что россияне зачастую набирают в одну тарелку очень много еды, но не могут ее съесть. Не очень-то прилично брать 10 блюд, поковыряться в каждом и оставить большую часть. В идеале тарелки после вас должны быть почти чистыми, подчеркнула путешественница. Также автор заметки напомнила, что неприлично приходить в заведение в купальнике или пляжной одежде. В отелях Турции отдыхают мусульмане, которые не готовы смотреть на оголенные тела посторонних людей, пояснила она. В заключение россиянка добавила, что кричать на поваров и официантов в ресторанах также считается дурным тоном. Да, обидно, если желанное блюдо закончилось перед вами, а новую порцию придется ждать еще пять минут. Но это не повод кричать на сотрудников отеля, подытожила она. В марте россиянка отдохнула с семьей в одном из пятизвездочных отелей в Турецкой Анталии и осталась недовольна предоставленным сервисом. В частности, отдыхающая раскритиковала поступок носильщика чемоданов, который помогал гостям доставить вещи в номер. На ее взгляд, он должен был уступить им лифт и дать подняться первыми. Если видео было вам полезным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.